Привет, Тоха. Хотел много чего тебе сказать в твой день рождения, но сначала хотелось бы тебя поздравить, выпить за твое здоровье, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты слушался родителей. Вот этот вот чудесный апельсин-лимон за тебя. Фанта-лимон, так как спиртное – это не моя тема. Ну и, надеюсь, в будущем будет не твоя. Так вот, что бы хотелось сказать все-таки. Чтобы ты, как всегда, слушался родителей, чтобы ты всегда поступал по совести, чтобы у тебя всегда все было в жизни хорошо, чтобы ты не отвлекался на всякие неудачи, которые тебя могут подстерегать за каждым углом, чтобы ты слушался старших, чтобы ты прожил нормальную, достойную жизнь. Вот. Хотелось бы тебе еще пожелать много чего, но я думаю, у тебя и так все есть. Есть родные, близкие, которые тебя помнят, которые тебя любят. Есть куча родственников, которые тебя будут поздравлять в этот день. Но мне бы хотелось, конечно, поздравить первым. Главное, чтобы тебя в жизни никто из родителей никогда не наказывал. И в связи с этим я хочу вспомнить одну историю про вот такие вот обгоревшие 2 гривны, которые я до сих пор ношу в кармане. Ну и чтобы, дабы не забыть, 15 июля Тоша Антон решил сделать костер, если ты помнишь. Сложил разные ненужные вещи, а именно носки, деньги, какую-то тюль, непонятно что. Раздобыл спички, пока я спал, ну и развел костер в квартире. Ты тогда был очень маленький, и наказать тебя было бы преступлением. Поэтому я надеюсь, что больше со спичками ты играться в жизни никогда не будешь. Плавать ты умеешь. Значит, уже минус 2 опасности впереди. Помню, как я тебя отвел в тот день к бабушке. И даже бабушка не смогла тебя наказать, потому что мы за тебя так сильно перепугались. Поэтому сделай так, чтобы родственники тобой всегда только гордились, никогда не переживали за тебя. И вырасти хорошим человеком. Вот. А я сейчас пойду куплю тортик и впервые в чужой день рождения, в твой день рождения, Кира съест не один кусок торта, а целых 2. Один за себя, один за тебя. В общем, как-то так. Слушайся родителей и живи так, как велит тебе совесть. Всегда полагайся только на себя. Пока. Надеюсь, скоро встретимся, когда границы откроют, и ты сможешь приехать.